В дежурную часть отдела полиции Копейска обратилась одна из жительниц города. Женщина заявила, что неизвестные предложили ей заплатить деньги за утерянный паспорт. В течение нескольких часов стражам порядка удалось найти злоумышленника. Сотрудники полиции установили, что женщина находилась в одном из госучреждений Копейска и оставила там свой паспорт. Стоявшая за ней в очереди 72-летняя женщина, вместо того, увидев паспорт, вместо того, чтобы окрикнуть забывчивую копейчанку и отдать, вернуть ей паспорт, она взяла его себе с целью получения в дальнейшем вознаграждения. Спустя несколько дней женщина позвонила ей и предложила выкупить паспорт за 3000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 325 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь суд установит степень вины и определит наказание. Женщине грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 1 года.